тебе телефон обрывает. А это мама. Ага, перезвоню дома. Так, она внуков не дождется. Может, мне тебя с кузинами свести? Я с ними знаком, очень милые. Может, когда стану шефом? Привет, Скотти. Это Хуч. Вот его еда, поводок, игрушки. Это его любимое, мистер Коняшка. Ты о чем вообще? Мама не сказала? Папа хотел отдать Хуча тебе. Забрал его из приюта со словами, что тот вылитый старый Хуч. Мне некогда за ним смотреть. Я постоянно на работе. Пытаюсь выслужиться, мам. Да брось, вы подружитесь. Это твой Нет, новый дом. Хуч нельзя. Блин, блин, блин. Ты справишься. Лора, мне на работу пора. Скотт, у нас экстренная ситуация. Трое на серебристом внедорожнике. Это серебристый внедорожник? Преследую подозреваемых. Боже! Боже! Что произошло? И еще. Почему в офисе собака? Это долгая история, сэр. Он неуправляемый, что мне делать? Я знаю, кто может тебе помочь. Эрика, это Скотт. Привет. Ну, не буду вам мешать. Буду рад, если сможешь помочь. Он ужасно невоспитанный. Хуч, сидеть. Лежать. Молодец. Ого, он слушается всех, кроме меня. Папа написал перед смертью. Дорогой Скотти, ты думаешь, собака тебе ни к чему. Но мою жизнь пес поменял кардинально. Хуч видит то, чего не видим мы. Вот не ожидал, молодцы. И увидите собаку. Фу! Этот пес – ходячая катастрофа. Он просто проверяет воду на загрязнители. Мы сосредоточены на дрессировке Хуча. Он делает успехи. Спасибо за помощь, Хуч! Мне так жаль. Он ваш? К сожалению. Тёрнер и Хуч.